Почему мы не начинаем? Ждем Бьянку. А кто это? Королева русского R&B. А, русского? Ну, я не знаю. Хорошо, ждем. Здравствуйте. Йоу. С 8 марта вас. И вас также. Помада нужна? Нет, спасибо. Окей. А вы бы шли в зал, а то сейчас королева русского R&B придет, и у нас шоу начнется. Слышишь, бабуль, я пока свисток нормальный накрашу, ничего не начнется, окей? Слышь, деточка, ты еще плохо меня знаешь. Не начнется. Мотор! Начали! У тебя есть деньги, у меня тоже. Ты не очень мачо, и я моложе. Я люблю свою работу и русский шоу-биз. Кто из нас красивее? Кто из нас красивее? Не в этом дело. Доброй будь душою, вот эта тема. Мир спасут не няшки, мир спасет лишь доброта. Кто из нас секси фрау? Кто из? Кто из? А? Кто из нас секси фрау? Кто из нас секси фрау? Потому что женское. С праздником вас, девушки, женщины, мамочки, бабушки и королева русского R&B Бьянка. Ваши аплодисменты. Ну что ж, друзья, сегодня праздник. Сегодня будут все веселиться. И несмотря на то, что мы работаем, мы тоже планируем веселиться вместе с вами. Хорошо, девочки? Вы не против? Хотя бы раз в году мы хотим себе позволить любые выходки. Ну, хотя бы в течение часа. Да? Ну что ж, веселимся с 8 марта. У-ху! Девочки, с 8 марта! Поздравляем! С 8 марта, да, Международным женским днем. Спасибо большое. Отдыхайте по возможности. Ага. Все. С вами все в порядке, да? Да, да, все в порядке. Нормально все? Все нормально. Хорошо, смотрите. Девочки, с праздником! Ну и где этот дебил? Да откуда я знаю, сказал, едет. Вон он, вон он, вон он. Ты где хуй, быстро? Блядь. Это вырвалось. Ну? Ну, походу, я все купил. Все, давай, показывай. Так, подожди. Так, значит, это фоторамка Марине, ага. Федункив. Так, подожди, тут какой-то дед. Это мой дед, уже можно, вытаскивай. А, ага. Так, кружка ангарская, ангарская кружка пойдет. Подожди, ну тут тоже какая-то фотография. Пусть будет город Нерюнгри. Ну, Нерюнгри. Саша, я из Нерюнгри, это не Нерюнгри. Нерюнгри. Так, вот, еще вот эта штука. Так, класс. Саня, я не понял. Ты что, потратил все наши деньги на этот хлам? Это не хлам, не ругайся. И что мы сейчас будем девочкам не говорить? Не ругайся, говорю, это не хлам. Ты что, Саня, ты понимаешь? Что мы скидывались, Саня? Я же могу тебе ноги сломать и нос. Понимаешь ты? Словил кайф, вот. Олег, Саша, вас долго ждать? Чего? Быстро на сцену. Блин. Так, Бороденко, подпиши подарки. Быстро, быстро. О, господи, что здесь? Котенок, слизь?
Ученые доказали, что существует три основные причины выпадения волос у мужчин. Первая причина – это экология. Вторая причина – это наследственность. И третья причина – это приближение праздника 8 марта. Вот. Так что, внимание! Праздничная история из жизни. Мужчина прибежал в магазин подарков за 15 минут до его закрытия. Фу, кажется, успел. Девушка, вы еще работаете? Ну, лет 30-40 еще планирую, да. Да нет, я не об этом. У вас хоть что-нибудь осталось? 30 минут до конца 8 марта он с таким вопросом приперся. Ты нормально, нет? Да, девушка миленькая, ну, 8 марта, Международный женский день. Продолжай, пока мне все нравится. Вы должны помочь мне выбрать подарок для моей девушки. А знаешь такую поговорку, а? Женщина бесконечно долго может смотреть на три вещи. На огонь, на воду и на то, как мужики 8 марта бегают по магазинам. Девушка миленькая, ну мне сейчас не до шуток. Времени 23:30, а? Полчаса до конца этого гребаного праздника. Вы понимаете, что моя личная жизнь может накрыться? И накроется. Сейчас мы закроемся, она накроется. Как тебе рифма такая, а? А цветы у вас хотя бы есть? Есть цветок. Да? Свежий? Свежее не придумаешь, до сих пор цветет. Ну тогда заверните, а сколько с меня? Договоримся. Я вас умоляю, а? Ну войдите в мое положение. Ну неужели вы с круглыми глазами 23 февраля не бегаете по магазинам? Конечно, не бегаю. Пену и носки купила на 10 лет вперед, и все. Че там бегать-то? А как зовут мадам-то твою? Любовь. По всей видимости, любовь зла. А фамилия? А вам зачем? Ну, Давалова. Люба Давалова. А не проще ей свою фамилию подарить, а? Ладно, давай посмотрим, что у меня здесь осталось для твоей Даваловой. Давайте. Так, что у меня тут? Календарик на Чувашском. Вот. Фотография Глызина в бане. Вот, лизуны, подушки-пердушки. Ну, а что ты хотел? 8 марта все разобрали, слушай. Так, знаешь что? Вот так, допустим, можно сделать. Давай, угадай, в какой руке? В правой. А, не угадал! Вот так ее можешь разыграть. Представляешь, как весело будет? Я вас умоляю, ну пожалуйста, а? Ну пожалуйста, ну дайте мне хоть что-нибудь похожее на подарок для женщины на 8 марта. Ну пожалуйста, ну 5 минут осталось, ну. Есть хоть что-нибудь? И ты знаешь, вообще ничего не осталось. Девушка, ну как же так, ну в такой день, ну пожалуйста, ну дайте мне хоть что-нибудь, я не знаю, ну хоть что-нибудь. А за кто дарит стул? Вот это, я не знаю, что это? Кассовый аппарат оставь на месте, пожалуйста. Вот это можно взять. Это мусор. Девушка, пожалуйста, ну такой день, ну пожалуйста, ну я не могу без подарка, ну девушка, ну пожалуйста, ну жальтесь надо мной, ну помогите мне хоть что-нибудь дайте, я же ее так люблю, она меня тоже любит, 5 минут осталось, по какой причине такая ситуация сложилась, пожалуйста. Я просто даже не знаю, как тебя выручить. Какой у нее размер груди? 2-й. А, не подойдет. Так, а ноги? 44-й. Давалова любовь. Со 2-м размером груди и 44-й ногой? Спасибо, но ей не надо очки. Так тебе они нужны, чтобы ты разглядел своего монстра. Девушка, ну пожалуйста, я не могу. Ну сейчас 2 минутки останется, я вообще никуда не смогу. Yeah.
Так это же в корне меняет дело. Значит, держи, это твои Любаши. Да? Спасибо. Любаши, давай, беги. Спасибо огромное. А у вас, молодой человек, есть всего лишь 3 минутки, чтобы реализовать свое желание. Что сегодня женский праздник, и мы будем позволять себе все, что угодно. Я лично точно. Ой, спасибо большое. Ну, как приятно. Ого, тут еще записка. Надо же. Ого, ничего себе. Слушайте, ну, передайте Володе Познеру, что я сегодня вечером не смогу. Ну, за цветы большое спасибо. Руслан. Да, да, дорогуша, спасибо. И тебя с праздником. Как что делаю? Ну, готовлю 8-мартовский концерт. Я ж продюсер, но... Почему тебя не позвала? Ну, потому что у меня есть вкус, да. Спасибо. Сама иди. Здравствуйте! Продюсер Крутковская, мы к вам... Вы знаете, я проституток из 90-х не вызывала. Нормально. Не, вы реально нас не помните? Ну, мы реальная женская группа, которая поет о реальных женских проблемах. А сегодня женский день, и поэтому мы просто обязаны стать той самой ягодкой на праздничном торте. Да. Где же вы видели такой торт, на котором арбуз лежит, а? Слушайте, идите, пожалуйста, и не портите мне праздник. Слушайте, мы еще без песен ни разу не уходили. А сегодня 8 марта. Марусечка. Девчатки, девчулечки, девчоночки мои. С праздничком, мои хорошие. Песня «Тихая любовь». Врубаю. Секс в однушке – самый-самый-самый-самый-самый тихий секс на свете. Стоны шепотом и минимум движухи, чтобы не проснулись дети. Без размашистых движений, чтобы с тумбы не смахнуть случайно вазу. Секс в однушке меня сделал просто мастером беззвучного оргазма. Слушайте, судя по выражению ваших лиц, я так понимаю, что это конец, да? Так, все, пошли вон! Стоп! Дежавю какой-то, да, девочки? Я где-то уже это слышала, ну? Точно, после каждого концерта, когда мы в турне это были, ну? Точно! То есть у вас еще и турне было? А то. Конечно. Смотри, вышний волочок, средний волочок, нижний волочок, волочок. Просто волочок. Ага. И обратно. Ну, 8 городов получается. Турне. Так что вы на нас одним глазом-то не смотрите. Да. Послушайте, я уже вообще не могу на вас смотреть. А, песня в тему. Слепой жребий. Да. За день ты так устал на работе, все тело болит. Да и я наработалась так, что совсем не до смеха. Так давай же, слепой, пусть по-честному жребий решит. Кто из нас будет сверху? Кто из нас будет сверху? В печку длинную сегодня счастливилась достать. И поэтому спокойно можно снизу порезать. Стоп! Тихо! Вот что мне удалось найти по запросу «Как убить 3 тварей, если под рукой только стационарный телефон и карандаш». Мать, не гони. У меня 7 детей, мать.
Мать, да ты что, мне ж лекарства не на что покупать, мать! Да мне собак кормить нечем, мать! Мать, да куда я пойду, а? Да у меня ж вены, мать! А что все сразу выпалило-то, а? Нам еще 5 песен продержаться надо. Каких 5 песен? Вы с ума сошли? И вот первая из них. Супружеского долга, долга, долга. Не исполняешь долга, 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 долга. Ты просто обладатель приза, мистер Супружеская быстро. Так, на всякий случай я в полицию звоню. Мать, да ты что, не купи, мать. Да. Алло, да алло, меня... полиция. Чебуречный на бизнес-ланч еле-еле наскребаю, мать. Да у меня ребенок в школу с мусорным пакетом ходит. Мать, да ты ж православная, мать. Фига ты подготовилась, а? У тебя там еще много? Есть еще одна, но она такая менее бронебойная. Так, что же, долго. Да, какой кошмар, что не хватало, чтобы у меня еще в голове это засело. Значит так, смотрите, еще одна песня. Как скажешь, еще одна песня. А песня длинная? А у нас премьера, мы не хронометрировали. Я мчу по городу на собственной машине, и не посмеет обвинить меня никто. Я кое-что за это сделала мужчине, зато теперь я еду в собственном авто. Я наварила на него, наубирала, на пылесосила, намыла, настирала, но мне за это лишь калина перепала. Он мне сказал, что я посредственно задала. Так, стоп! Взять их! Чужие! А, чужие! Наташа, ну как? А? Ну как? Супер! Очень круто! Правда, 8-мартовская передача, очень, прям праздничный номер, очень хороший. Здорово. Единственное, да, на будущее. Со мной нужно утверждать все песни, ладно? А. Наташ, ты в следующий раз тоже предупреждаешь, что собаки тоже настоящие будут? А ты скотина такая! Фу, дай фу. Говорю, паразит! Иди сюда! Так, ну и что мы будем дарить нашим девочкам на 8 марта, а? Ну не знаю, а что, им обязательно что-то дарить? А не, ну что, дарили на 23 февраля? Дарили. Сухая подмышка. Да. Предлагаю снять видео. Это работало. О. Мы там говорим тюры-муры, любим. А потом стриптиз. Да, я дарил это на вечернем Урганте. Иван, он просто рыдал до слез. Слушайте, да какой стриптиз, а? Для этого нужно хоть какое-то тело. Ну, подложит там что-то. Что я подложу? Там. О, давайте подарим им это тело. Иди сюда. Пацаны, раздевай его! Сашка, давай, снимай на себя! Давай, быстро! Снимай, говорю! Ай! Берись! Я в подмыху нырнул! Господи! Фу. Я не могу, Саня! У меня сейчас номер! Вот это вот место! Ай! Олег, а вы что там нам сюрприз готовите? Еще какой! Спасибо большое. Девушки, с 8 марта, с праздником! Все круто. Ого. Кать Варнава, подойди сюда. Ой, тут тебе открытка. Ух ты. И все? Ну все. Мне цветы, тебе открытка. Но тут просто написано «Катя Варнава». Катя, это твои поклонники, откуда я знаю? Отнеси в мой кабинет цветы, пожалуйста, поставь, ладно? Просто передай Руслану, чтобы он поставил в мой кабинет, да? Спасибо большое. Спасибо. С праздником! Ну что ж, продолжим. А можно я сегодня так чуть-чуть пооскорбляю мужчин? Ну, могу себе позволить? Да? Я слышу, можно. В общем, я хотела отметить, что у вас с фантазией беда.
Не верите? Тогда смотрите. Самое заурядное, обычное, затрапезное, предсказуемое, эротическое мужская фантазия. Так, можно? Простите, у меня сломалась машина прямо рядом с вашим домом. А там такой сильный дождь. Не согреете ли вы меня своими сильными мужскими руками? Я-то в долгу не останусь. Ну, конечно. Проходите. Ладно, не буду ходить вокруг да около, Олег. Про машину я все наврала. Олег, я просто хочу тебя. Олег... Я вся горю. Че, серьезно, что ли? Олег, я вся горю? А чего у вас у мужиков с фантазией, я не понимаю? Почему вы все время себя одно и то же фантазируете? Что, простите? Да ничего, говорю, почему вы все время одно и то же? Олег, я вся горю. Антон, я вся горю. Николай Кузьмич, я вся горю. Че за банальщина-то, я не понимаю? И все время одно и то же белье, главное. А че, нормальное белье, сексуальное? Слушай, ты знаешь, сколько у меня этих комплектов? С рюшами есть. Это с поясочком, вот по чулочке тоже есть красивое. Прозрачное, белое есть. Даже со спанчбобом есть. Все время в этом, да в этом. Гребаная фотосессия, плейбой, честное слово. Ладно, все, извини. Просто накипело у меня. Все, ладно, давай по тексту. Олег, ты самый, самый... сексуальный мужчина на свете. Вы вправду так думаете, да? Вот Олег. Вот тебе зачем мое мнение? Вот оно тебе надо? Я не понимаю. Давай не отходить от канвы, хорошо? Хорошо. По тексту. Все. Извините, да. Может быть, выпьешь, а? А то, наверное, ты там промокла за окном. А ты что, боишься, что я тебе даже в фантазиях не дам? Все, все, извини, извини, все, извини. Все, собрались по тексту. Выпить, но если только чуть-чуть, для разгорячения чувств. М? Это что за параша? Когорн. Ты что, дятел? Да нормальное вино не мог нафантазировать. А что? Нормальное вино 75 рублей за бутылку. Так, ладно. Ближе к делу. К черту прелюдия, Олег! Возьми меня! Олег, возьми меня! Меня возьми! Олег, меня возьми! Меня, Олег! А что ты дальше-то ничего не придумал, не понимаю? У тебя что, проблемы со словарным запасом? Ну, я стараюсь. Ну, как-то ты хреново стараешься. Братан, давай еще посильнее. Давай, 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 ты же можешь. Ну, Олег! Здорово! Я чисто напомнить. Мы с мужиками завтра играем в футбол в 6 вечера, м? Да понял я, Саня, ты что, дурак, что ли? Все, я помню. Я просто напомнить. Ну? 6 вечера. Пардоньте, мадам. Давай сделаем вид, что этого не было, хорошо? Хорошо. Олег, иди ко мне, Олег. Что-то я не понимаю, что происходит? Свечи, винишко. Что за шмарвозина это вообще? Вы знаете, это уже перебор. Так в эротических фантазиях меня еще не оскорбляли. Так, слушай, Катя, это моя эротическая фантазия. Что ты здесь делаешь? Давай, иди отсюда, иди. В смысле? Фантазия может быть и твоя, а квартира наша с тобой общая, понятно? А ты что думаешь, что ты свет выключил и не видно, что у нас обои пузырятся, что ли? Слушай, да я тебе сказал заклеить обои, ну, все. Да он уже 3-й год обещает, представляете? А мог какое-нибудь интересное место это нафантазировать, я не знаю, там, яхту?
На худой конец гостиницу какую-нибудь. Вот-вот-вот, и не говорите. Угу. Катя. А можно было еще нафантазировать себе майку без пятна от солянки, а? Она сейчас подумает, что это я плохая хозяйка. Ну да ладно вам, я уже привычная. Катя, все, хватит, я тебе еще раз говорю, это моя эротическая фантазия. Уходи, все, уходи. Да куда это я сейчас 3 часа ночи уйду? Можно узнать мне, а? Я вот здесь вот посижу тихонечко. Катя, ты что, с ума сошла? На кресле. Да что, все нормально, не обращайте на меня внимания, я тебя умоляю. Ладно, только тихо. Конечно, тихо. Катя! Ну что, я читаю, темно, я зрение испорчу. Катя! Все, не отвлекайтесь на меня, занимайтесь. Олег, я хочу тебя. Доставь мне блаженство. Это можно долго ждать, можно даже не дождаться. Катя! Что, Катя? Заткнись! Так я заткнулась уже. Олег, ты настоящий жеребец. Вот это правда. Иной раз от него реально как от коня тащит. Катя! Я сижу, молчу. Я тебе еще раз повторяю, это моя эротическая фантазия. Сиди там тихо, поняла? Угу. Олег, у тебя такое брутальное тело. Катя! Чего? Я ничего не говорила вообще. Я что, не вижу, как ты там лыбишься, что ли? Это просто анекдот! Анекдот напечатали! Смешной анекдот в журнале, сижу смеюсь. Так все, Катя, без остановок в этот раз, поняла? Давай попробуй. Олег! Я еще раз напомню, не в 5, не в 7, а в 6 мы играем в футбол. Саня, я знаю все, в 6, все! 7. 6! А, да, 6, да. Олег, забудь про них. Есть только ты, есть я и моя ти. Я так не могу. Что за музыка-то, я не понимаю. Да не знаю я. Олежася, это твой будильник. Что? Это будильник. Будильник, твой будильник. Давай, давай, давай. Что? Пора возвращаться в реальность. Что? Давай, обои сами себя не приклеят. Нет. Олежася. Я тебе говорю, Женька, этот праздничный торт будет лучшим подарком нашим девочкам. Чё это? Белок берёте? Чё это? Сбивай давай! Лучше интенсивнее сбивай! Нам ещё марципановую восьмерку делать, давай. Да, Сашка, лучший подарок – это подарок, сделанный своими руками. Ребят, ну давайте я помогу. Ну-ка руки убери свои! У тебя сегодня праздник! Иди отдыхай, давай, вали! Помощница хренова, блин. Ребят, у вас случайно ножа нету? А вам зачем? А мы торт большой купили, девчонку в подарок. Иди ногой режь этот торт, блин, свой, блин. Ненавижу танцоров. Ты сам танцор. Да я сам себя сейчас ненавижу. Ну вот и жри тебе свой белок. Ай! Напоминаю, что сегодня Международный женский день. И мы делаем все, что захотим. Вот у меня для начала вопрос к залу. А есть мужчины, которые пришли так, ну, одни, без вторых половинок? Да, да, я пришел тоже, я. Дорогие друзья, Александр Незлобин пришел. Здравствуйте, один... привет всем, здрасте. Без своей второй привет. Половинки. При чем здесь половинки? Я пришел поздравить вас с 8 марта. Всех девушек, весь Comedy Woman, давайте поаплодируем. С 8 марта. Всех женщин, сидящих в зале. Всех телезрительниц. Наталья Андреевна, с праздником вас. Муа, с 8 марта. Спасибо, спасибо вам, что вы есть у нас. Спасибо большое. Я вас не понимаю, такое у вас и все, да, вот так ты? Конечно, ну могу же я просто так прийти, без всяких там угрызений, там, ну, без всяких интрижек, взять и поздравить вас с 8 марта и позвать всех в кино, которое мы вместе с Сережей Светлаковым написали, вот, фильм называется «Майские». Приходите все в кино, мы вас очень ждем. Нет, подождите, давай поподробнее. Как? «Майские» фильм называется. Фильм называется «Майские». «Майские», да, в сентябре выходит премьера. В сентябре. Сейчас у нас март.
Ты не поздновато ли приглашаешь? Я знаю, как вы, женщины, собираетесь, значит, поэтому нормальный. Это все? А, нет, 8 марта же, конечно. Какой фильм майский? Мы вообще не будем говорить про фильм майский, который выходит в сентябре. Ну и что, что выходит и выходит. Самое главное, 8 марта, цветы в студию, ура! Поздравляю вас с 8 марта. Это вам передать всем девушкам. Передам всем девушкам. Наталья Андреевна. Руслан, иди сюда. Отнеси в мой кабинет, пожалуйста. Хорошо. Александр Незлобин, ваши аплодисменты. Спасибо большое. Спасибо. Вы знаете, я провела опрос среди девочек. Какую историю любви они считают самой романтичной? 7 из 8 девочек ответили, что это история проститутки из кинофильма «Красотка». А одна из девочек, самая умная и влиятельная, ответила, что, конечно же, это история любви Ромео и Джульетты. Но вы не беспокойтесь, сегодня праздник, никакой трагедии не будет. Я вам обещаю, никто не умрет, разве что вы от смеха. Джульетта! Милая Джульетта, ты словно день. Встань у окна, убей луну соседством. Она и так от зависти больна, что ты ее затмила белизною. Мне не почудилось, услышала я слово «белизна». Я тоже ей стираю, но пятна от харчо химо за это не берет. Так, женщина, уйдите прочь за простыню. Я 7 ночей писал и не хочу, чтобы прачка мне ломала стих. Сам ты прачка, любовница я палача. Он мне приносит вещи, я стираю. Все по любви. И я хочу любовь свою найти, поэтому прошу я вас уйти. Ромео! Милый мой Ромео! Джульетта, милая Джульетта, оставь служить богине чистоты. Плод девственницы жалок и невзрачен, он не к лицу тебе. Сними! С кем разговариваешь ты? Со мною, женщина! О, боги! Лыжа на балконе ожила и словно человек заговорила. Давайте вешайте свои вы труселя и убирайтесь-ка обратно в нору. Подумаешь, love story тоже мне. Пойду перечитаю Тинто Брасса. Ромео, кто показал тебе сюда дорогу? Ее нашла любовь. Я не моряк, но если б ты была на краю света, то я б тогда... Виола! Виола! Мать твою, Виола! Какого хрена надо тебе здесь, Стефано? Виола, скинь мне кусок мяса, а то жрать охота. Всю ночь я бился на дуэлях. Надеюсь, за меня? Конечно. Джузеппе Гомосетти назвал тебя тупицей. От Гомосетти, а? Позвольте. Нельзя ли нам уединиться? Купи свой дом и там уединяйся. А это многоквартирный замок. Ромео, милый мой Ромео, отринь отца и имя измени. Так вот ты где. А я его ищу по всей Вероне. Чего искать? В Вероне 6 домов. Ты ходишь под балкон вот к этой сучке? Ты изменяешь мне? А помнится, ты клялся, что под мои покои тебя любовь навеки привела. Все верно. А под ее желание пожрать. Довольно сильное, поверь мне, тоже чувство. А почему ты здесь? Ты разве не должна быть на похоронах у брата, которого недавно застрелил мой папа? Которого уже давным-давно убил твой дядя. Я проспала. Всю ночь болтала с твоим троюродным кузеном по соседи. Что? По соседи? Хороший парень, знаю. Вы можете заткнуться? Я тут пытаюсь жизнь свою отринуть в объятиях моего любимого Ромео. Послушай, птица, если будешь мне хамить, я поднимусь, и жизнь свою отринешь ты и твой любимый друг Ромео. Ромео. Ромео, милый мой Ромео.
Поверьте, в этом доме не одна Джульетта, чей лик сравним с луной. К тому же и плод девственности ей снимать не надо, все снято уже давно, ты поразмысли. Мама! А чё? Чё, мать не заслуживает счастья? К тому же вот у этой малолетки совсем не развита грудная клетка. Да-да-да. Мать дело говорит, доска доской твоя любимая Джульетта. Что? Мне лишь 13 лет. Еще все вырастет, поверь мне. А ну прощение просите у моей любимой все немедля. Да ладно, милый мой Ромео, ты расслабься. Я просто проверяла, принципиально ли тебе Джульетта. Или падок ты и на другие предложения. А я, признаюсь, просто унижала. Да как ты задолбала! Здесь не хватает только пассесети. Джульетта, как мне осточертели все твои соседи. Поверь, на колена я тоже до предела. Так может нам... Пора избавить этот мир. Ромео, милый мой Ромео, хочу с тобой остаться навсегда. Ты думаешь о том же, что и я? Тогда давай подарим миру облегчение. Давай отравимся, на, пей. Прощай, Ромео. Ромео, я умираю. Я вижу лики смерть. Да ни черта она не умирает. Ну, давай. Вот, сейчас я покажу, как надо умирать. Смотри, значит, делаешь глоток. И дышишь, делаешь второй, побольше. И начинаешь корчиться от боли. Мама, кто-то корчится. Смотрите и учитесь. Я умирала сотни раз. Глаза побольше выпучьте и издавайте неприятный звук. Друзья мои, а как вам вот такое умирание, а? Фигня! Вот как надо умирать! Ромео, ты что, реально умер? Мы шутили! Ужасно! Вы как больные, здесь смертью не пахнет! А ну-ка расступись, мне для агонии смертельный плац нужен где-то 2 на 2. Я начинаю. Всех нас отравила, мы умираем. Неправда! Я бы убила бы их, если бы не болел живот. Так, идите умирать туда. Там я вам юмористический склеп подготовила. А нет, на нас управы, мы мертвы. Друзья, нет повести печальнее на свете, чем повесть об уволенных актрисах и Джульетте. Олухи, идите сюда. Че? Есть выход. Какой выход? Это вход в кабинет Натальи Андреевны. Обожаю, куда ты шутишь. Чего? Иди сюда, шутки шутить. Да. Вот, смотрите. Ну, кто говорил, Сашка дурак, Сашка придурок? Ты говори. Сашка, ты что, придурок, что ли, а? Ты что, хочешь украсть все цветы у нашего руководителя и подарить их девочкам? А что? Одним больше, одним меньше, он даже не заметит. Давайте, вытаскивайте. Подожди, ну как-то страшно, что ли? Чего страшно-то? Тебе страшна одна маленькая женщина, либо 8 разъяренных баб? Музыка.
Дорогие мужчины, если вы, ну, вдруг еще не успели сделать подарок своей любимой на 8 марта, убедитесь, что она сейчас сидит рядом с вами на диване, досматривает с вами нашу передачу, а не где-то на крыше пытается свести счеты с жизнью. Подожди, тихо! Девочка, не прыгай! Не прыгай, я психолог, я помогу тебе! Только не прыгай! Что случилось? Зарядка на айфон нужна! Нет! Wi-Fi не ловит, что? Но нет, зарядка! Платный Wi-Fi, что? Но нет! Он подарил мне на 8 марта айфон! А ты что хотела? Айфона! И? Слушайте, а вы точно психолог? Вы что, не понимаете? Я попросила подарить его айфон, и он подарил мне айфон, он такой предсказуемый! Мне всем скучно! Все, я не хочу жить! Подожди, не прыгай, просто представь, как ты будешь ужасно смотреться размазанной на асфальте! И правда, это будет фу. Я буду такая нестильненькая лежать на асфальте, а из головы наружу вывалятся мозги. Ну, это вряд ли, но ход мыслей правильный. Ты только не прыгай. А как мне жить? Он своими подарками превратил мою жизнь в ад. Я его просила купить белую Ауди, а он купил серую. Что, разве много прошу? Я просто хочу себе хороший подарок на 8 марта. День рождения. Новый год. Китайский Новый год. Юбилей отношений. Юбилей знакомства. Рождество. Какое, католическое или православное? Оба, Бог един! Я верующая! Вот вы думаете, он меня поздравил с Днем Ангела? Нет, ноль! Я уже молчу про Троицу, Спас, Пасху, Масленицу! А Ильин день! Вообще второй год мимо нас пролетает, как будто и не было. Вообще-то Ильин день в августе. Вот видите, я уже забыла, когда Ильин день. Мы с ним вообще никуда не ездим. Мы только летаем. Меня это однообразие сводит с ума. А так хочется романтики. Чу-чу-чу-чу. Послушай, асфальт это твое. Прыгай. Прыгай. Прыгай, я сказала. Он даже в постели мне не дает то, что я хочу. А что ты хочешь? Секс с черным. Говорят, это супер круто. Я не хочу жить, я хочу умереть. Так, подожди, не прыгай. Я сейчас подберусь к тебе, всеку с ноги. А потом ты прыгнешь. Да что угодно. Лишь бы остановить этот бесконечный круговорот боли. Да что за круговорот боли? У него борода. И когда мы с ним целуемся, это боль. А если сбрить бороду, он урод. И это тоже боль. Слушай, а тебя же можно крепко к двум лошадям привязать. Он вообще ничего не хочет делать ради меня. Вот я ему четко и понятно говорю. Ты должен что-то сделать. Мне как-то не так. В тебе что-то не то. А он не понимает. Не понимает и все, как будто я не знаю, что говорю. Но, лошадки, поехали в разные стороны. Все. Я прыгаю. Надя! Надя, стой! Женя! Ты делаешь меня несчастной! Не оправдывайся перед ним! Прыгай! 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 Ну, ты представляешь, сколько разочарований тебя еще ждет впереди! Вот ты захочешь Cartier, а он подарит тебе Bulgari. Ты захочешь ночь любви, а он подарит тебе тупо секс. Ну, куда ты? Хочешь в ад? Прыгай! Прыгай! Женщина, стоп! Остановитесь!
Подождите! Прыгай! Подождите! Надя, что случилось? Женя, не могу с тобой жить! Ты меня не слышишь! Я тебя слышу, это ты меня не слышишь! Нет! Это ты меня не слышишь! Иначе бы ты слышал, что ты меня не слышишь! А ты слышишь только то, что ты меня не слышишь! Я слышу, что я тебя не слышу, но я тебя слышу, слышишь? Ребята, возьмитесь за руки! И на раз, два, три прыгайте! Прыгайте, я вам как психолог говорю, это лучший выход! Прыгайте! В смысле? Хорошо, давайте так, смотрите. Вы прыгаете, а я вас внизу встречаю. И мы все подробно обсудим. Ага, правда? Конечно. Вы никогда не убежите? Ну что вы такое говорите? Просто у нас проблемы в отношениях, и нам без психолога не обойтись. Я вам помогу. Золотые слова. На раз, два, три. Прыгать. Я вас внизу жду. Раз, два, три. Ай, козырек! Вот ты меня опять не слышал! Все, мне остается только пригласить на эту сцену всех красоток Comedy Woman. Под ваши бурные аплодисменты, девочки, бегите на свет! Поаплодируйте всем этим смешным, удивительным, самым лучшим в мире девушкам, женщинам, бабушкам, всем вместе и каждой в отдельности. Сегодня поздравляем с праздником Марию Кравченко! Мужчины, дорогие, нам главное не подарок, главное внимание, правда? Вы охренели, что ли? Это мои цветы. Отдайте сюда, это мои цветы. Это мне дарили. Цветы, Таня.